Всем привет! Это вторая часть того видео, где я покупала этот домик. Сегодня я его буду обустраивать, в общем, да. Но вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Давайте писать мне комментарии, мне будет очень приятно, если вы будете активничать на моем канале. И сегодня мы будем его обустраивать, такой вот домик. Тут, короче, это домик Hello Kitty, кухня. И тут можно всякую разную еду готовить, например. Вот, сахар можем взять. И так, можно тут рецепт посмотреть. Нам нужно так вот. Теперь нам нужно это все залить кремом. Так вот, заливаем. Мне это очень нравится кухня. Тут прикольно можно готовить эту всю еду. Только тут еще не совсем разобралась, как готовить, куда эту еду потом отдавать. Ну, в общем, мне кажется, все равно прикольное обновление такое. Так. И вот мы это вроде потом можем сюда давать, но я еще совсем не понимаю. Так что, ну, не совсем понимаю, то есть, если еще не совсем понимаю, тогда пока что можем это положить, наверное, в инвентарь. Так, ну давайте начнем уже обустраивать наш домик. Давайте сначала сделаем обои, наверное. Вот у нас обои. Я хотела бы, наверное, какие-нибудь с Hello Kitty сделать обои. Где они, в общем? Вот они. Давайте подумаем, какие можно сделать. Ну, тут, в принципе, все обои очень красивые. Так, ну давайте, наверное, такие вот сюда сделаем обои. А тут можем такие обои ставить, в принципе. Да, а полы, какие можем сделать полы? Давайте, не знаю даже, такие можем второй этаж сделать. Ну, вот так вот давайте, или... Можем сюда такие сделать полы, а вот в этой комнате такие делать. Так, а такие обои на второй этаж сделать? Ну, мне тут не нравится, так что давайте такие сделаем. А сюда мы можем сделать такие вот обои с Hello Kitty тоже. Так, теперь внешний вид домика. Мы его тоже можем перекрасить. Какой цвет, я еще не знаю, но так тоже вроде бы красиво. Если вот так вот сделать. Нет, так мне не нравится. Ну, так вроде бы тоже прикольно. Ну, даже не знаю. Все, я, в общем, решила вставить так вот, такие вот, то есть обои домика. Мне кажется, красивенько получилось. Теперь давайте поставим сюда декор. А что мы можем сюда поставить? Я даже не знаю. Блин, что поставить сюда можно? Ну, такое вот, ну, как-то не знаю. Нет, наверное. Так, а вот такие банечки, типа лето. Ладно, мне это нравится. Давайте так, что пока ставим так. Так, игрушки какие можем ставить сюда. Так, что можем поставить? Давайте поставим тут, наверное. А, я не могу. Давайте тогда уберем вот этот вот гамак такой и поставим сюда вот этот вот батут с единорожкой. Так, дальше это вывеска у нас. Какую поставим вывеску? У меня вывесок мало, только... Есть такая вывеска. А, ну я не могу ее поставить, у меня лимит. А, ну я поняла, надо убрать вот это вот. И, а, вот, мы можем сюда почтовый ящик поставить. Так что, давайте тогда лучше поставим почтовый ящик сюда. А, дерево тоже поменяем. Давайте поставим такое дерево, прикольное, с конфетишечками. Ну, такое вот прикольное дерево. Так, вроде бы все, мы тут сделали уже внешний вид нашего домика. Так что давайте теперь приступим к самому ремонту дома. Так, посмотрите, как оно тут красиво смотрится. Так, вот тут можно попрыгать. В общем, ладно, все, теперь точно приступим. Сейчас будем делать внутри, то есть будем строить домик. Я этот момент просто немного ускорить, потому что я достаточно долго это обустраивала. Давайте начнем отсюда. А, вот так вот, да. Сюда можем ставить такое вот пироженка. А на вход давайте повесим гирлянду вот такую вот. Мне кажется, будет красиво смотреться, только как бы ее повесить так. Так что, а, все, мы ее повесили вот так вот. Вот она тут гирлянда. Ну, все, мне кажется, красиво висит. Так, чтобы можем мы еще поставить, давайте поставим такой вот шоколадный фонтанчик вот сюда вот. Кстати, давайте пока отвлечемся немного от темы самого обустройства. И поговорим о более другой теме. А как вам, кстати, мое видео? Вам нравится такой формат видео, типа, что обустраиваю домик? Мне кажется, прикольно же.
И потом в конце, пожалуйста, напишите, как вам понравилась эта обустройка или нет. Я сама очень рада, что купила этот домик, мне он нравится. Я знаю, что это сейчас не в тренде, так как дом давно вышел. Все-таки я его очень хотела купить. И напишите в комментариях, нравится ли вам этот дом. И еще хотела бы вас спросить, а что бы вы хотели снимать, чтобы я дальше так продолжу по КСД снимать? Ну, мне кажется, да, потому что по КСД прикольная игра. Вроде бы залетали такие видео с по КСД. Ну, ходила я, ну, тоже, потому что мне надоел КСД. Сейчас я опять вернулась туда. Ну, в общем, да, так вот. Ну, ладно, все, давайте вернемся к обустройке. Так, я тут уже так вот обстраиваю. Ставила такую тумбочку сюда вот. Так. Сейчас я буду ставить столы. Так вот, что вот я ставлю стол. Я хочу сделать типа тут большой столик. Давайте отвлечемся еще на одну минуточку от темы обустройки. Говорим немного о другом. Почему же так долго уходила? Я посмотрела и уходила на целый год. То есть почти на год 11 месяцев у меня не было. Я знаю, это очень долго. Ну, то есть реально. Я раньше уходила, конечно, не так долго. Просто у меня был огромнейший перерыв, целый год. Но это очень грустно, что у меня так долго не было. Надеюсь, вы по мне соскучились. Ну да. И продолжите мое видео смотреть. Почему же уходил? Потому что у меня пропал вообще интерес к этой игре. Также раньше тут донатить можно было, то есть не было никаких санкций. Сейчас санкции появились. Также тут очень подорожали цены, из-за этого я тоже ушла. Потому что раньше я донатил нормально, а сейчас... Все стало за донат, интерес пропал, потому что, ну, как вы сами понимаете, все за донат, ничего нельзя купить тут. Ну, в общем, а сейчас, в принципе, там мне есть возможность задонатить, поэтому я решила все-таки вернуться, может, опять что-то у меня получится снимать сюда. Ну, в общем, вот так вот. Ну, все, давайте дальше продолжим. Надеюсь, вы не сильно расстраивались, что уходила. Так, сейчас я ставлю тут вот для входа декор всякие разные хлопушки вот конфетти. Также сюда хочу поставить танцпол такой вот. Все. Мне кажется, прикольненько так получилось. Ну да, давайте его сюда поставим. А также очень надеюсь, что под этим видео будет актив. Пожалуйста, можете написать комментарий, лайкать. Мне будет очень приятно. Так, ну все. А дальше я давайте делать будем второй этаж. А сейчас буду делать второй этаж. Так, Hello Kitty бы куда можно поставить? Давайте Hello Kitty поставим вот сюда, вот в эту вот комнату. Так, дальше, может, что можно поставить? Вот эту вот комнату. Я потом вернусь на первом этаже. Хотя, можем сюда поставить тортик. Я просто не знаю, что сюда можно поставить. Так что давайте сделаем такой вот кусочек тортика, типа что. Мне кажется, тоже все равно будет прикольненько. Не, лучше так вот. Все, мне кажется, красиво. Также сюда вот тоже давайте поставим такого тортика. Так. Ну, вроде бы все. Так что пойдемте на второй этаж. Так, сюда. Что это такое тут? Ладно, к нему потом вернемся. Какие-то, короче, предметы. О, тут давайте поставим такую вот статую на День Святого Валентина. Так. Дальше давайте поставим вот сюда вот диванчик вот такой вот. Будет тут вот у нас стоять. Такой прикольненький в виде тортика, как будто. В виде какого-то пироженка диванчик. Так, картины. Давайте поставим сюда вот такой вот цветочек, как я понимаю, цветочек, да. Чтобы еще можно поставить. Давайте поставим... Это что такое? Это такой вот, короче, светильник. Все, его тоже поставим сюда. Так. Вроде бы красивенько так. Мне нравится очень. Так, ну, в общем, давайте вернемся к обустройству попозже. На этом пока наше видео заканчивается, подходит к концу. Я потом обязательно обустрою этот домик, но вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока!